5 причин завести шелти. У шелти редко бывает плохое настроение. Питомец идеально вольется в коллектив, будет послушным и покладистым, с отсутствием агрессии, подружится не только со взрослыми членами семьи, но и с детьми, а также другими животными. Шелти уверенно держится в первой десятке самых умных пород. Дрессировать шелти не составляет труда. Команды собака быстро понимает и выполняет беспрекословно. Приятный бонус для всех, кто чувствителен к запахам. Шерсть шелти практически не пахнет, даже когда она мокнет. Легкий собачий аромат может исходить лишь от основательно промокшего животного. Благодаря небольшому росту, шелти – это идеальный питомец для городской квартиры. Они не занимают много места и могут с комфортом ужиться, даже на небольшой площади. Роскошную внешность достаточно поддерживать без груминг-салонов, ведь стричь шелти ни в коем случае нельзя. Исключение составляет нижняя часть лап в области подушечек, чтобы там не застревали всякие гадости.